Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Магия Исцеления и Марийка. Здесь ореховые деревья. У нас уже орехи созрели. Таким образом они выглядят. Еще в этой оболочке своей, в шкуре. Так, о чем хотела сказать. Я собираю орехи и всегда, смотрю, что заметила с годами, что собираются птички на этом дереве, когда собираю орехи. Вот, и с тех пор я просто, когда прохожу и вижу орехи, раздавливаю их. Вот сейчас подошла, собрала несколько орехов для себя. А эти орехи я раздавлю для птичек. О том я и хотела сказать, что, смотрите, вороны собрались, другие пташки на дереве. И они просто, не могут расколоть эти скорлупки. Но, как вы знаете, что птички, они очень любят орехи тоже мелкие. Так и вороны. Поэтому не проходите мимо. Если вы проходите мимо орехового дерева и собираете орехи, не забывайте угощать питомцев, птичек. Они потом отблагодарят вас через высшие силы. Ну, а также касается не только орехов. Вот, видите, уже увидел, каркает ворон. Он уже за мной наблюдает давно. Он пытался, сбросил два ореха с дерева и никак не может их разломать. И вот сейчас, когда я раздавила орехи, говорю вам, а он уже каркает, типа, уйди, я хочу есть. Вот, дорогие друзья, также это не только с орехами, это и с другими. Делитесь с природой, короче. Не жадничайте, потому что жадность — это такая нехорошая энергия. Вот, и она не всегда благостна. Желуди тоже птички кушают, поэтому если пробуете проходить, раздавите желуди. Так вы поможете нашим младшим братьям. И поверьте мне, вот я сорвала для птиц, подобрала для птиц 6, 7, 8 орехов. И практически столько же упали с дерева. Вот. Поэтому такое небольшое видео. Не забывайте делиться с природой, не забывайте делиться с нашими младшими братьями пернатыми. Вам же нравится слушать, как они щебечут. Помните о них. Всегда делитесь тем, не именно вот орехом, да, в этом случае, а своим действием, своим поступком. Просто вы сделаете капельку добра, если каждый из нас сделает эту капельку добра, то станет океан или река добра. Не забывайте об этом. С вами была Марийка и Магия Исцеления. Всех вам благ!